Звероподобные тела насекомых, которые сыпались на голову людей. Да, профессор. Возникшее тепло должно было заставить их тогда сильно размножиться. Я думал, что там возник холод. Такой холод, что мамонты замерзли. Выше. Сибирь была тропической, стала холодной. И это из-за того, что огромная приливная волна накрыла их с экватора. Честно говоря, не обязательно, но это то, что могло случиться. Волна, которая сразу замерзла. И все это произошло из-за смены земной оси. Как вы еще объясните тот факт, что мясо мамонтов оставалось свежим, настолько свежим, что могло быть съедено людьми, которые нашли их 1000 годами позднее, когда лед уже растаял? Не знаю! Я не биолог и не эксперт по климату, но те объяснения, которые вы предлагаете, Я не ошибаюсь в этом вопросе, профессор. Точно так же, как не ошибался годы тому назад, когда написал свою статью об эпилепсии. Какую статью? Я был убежден, что электрический припадок возникает из-за электрического разряда в мозге. Предложил поместить туда электроды. Сегодня весь мир это знает как ЭЭГ. Это ваше открытие? Да, насколько я помню. Слушайте, вы мне никогда о нем не говорили. Так это не настолько важно по сравнению вот с этим. Нет, это поразительная проницательность. Слушайте, вот и не думайте, что тогда задолго до миров столкновений не было тех, кто насмехался. Да бездарности всегда насмехались. Вот, спасибо. Я тоже в это верю. Доктор, и вы не понимаете, что медицинская гипотеза, если она достойна, она несомненно завладеет всем мировым обществом. Но ваши объяснения в областях, которые не являются вашими.